Здорово. А что, магазин закрыт? Пошел, короче, на полчаса. На полчаса работаю. Я не знаю, мне без слова дали. Полчаса поработал, нахуй, был в кармане. Полчаса поработал, нахуй. Нет, был в кармане. А это кто работает, церковь? Ходишь, нет? Я? Почему? Типа. Он да-то работает, но я к нему, блядь, пас. Почему? Я у него как-то возле церкви кого-то дракал. И он меня обманывает. Я прям хожу туда, прям в храм нахуй. И он в рясе стоит. Я говорю, что за хуйня? А давай что, я тебе дрова наколол, все, а давай бабки. А я что тебе обязан? Я говорю, нихуя себе, я, блядь, дрова наколол, ты мне деньги отдай на бочку. На бочку? Я говорю, нихуя себе, я, блядь, дрова наколол, нахуй, отдай, рассчитайся, я говорю, путем по-человечески. На, прямо в храме, на, забирай. На, забирай свои, ну, свои деньги, блядь. На, говорит, забирай свои. Я говорю, что, блядь? Я сказал, что быть не может. Блин, прям в храме деньги от себя, блядь. Я говорю, я за своими деньгами пришел, не за чужими, блядь. Ну, ты рад бы рассчитаться со мной. За друг. Я что, блядь, не за просто так, нахуй. Не за просто так, а за деньги. Я понимаю, но прихожаны там, прихожаны, мне это пух, прихожаны, мне это пух. Я в церковь не хожу, и нахуй. Я не крещеный, мне пух. Понятно. Не, мне считался, я думал, не считается. Я думал, не считается, а рассчитался, нахуй. Если бы не рассчитался, я бы кирдык был, нахуй, полюбасный. Вчера хотел на танцы ходить, хуй в кухне, а вот никакой пидарш не был. Не ебали мне. На танцы? Угу. Здесь? Не было? Не было, нахуй. Меня наебали, короче. Я все, блядь, и выпить взял, нахуй. И заточку взял с собой, блядь. Нихуя никого нет. Нихуя себе. Меня выпить, блядь, 3 бутылки водки, нахуй, вдруг пофейно, нахуй. И плюс заточка еще. Зачем заточка? Ну, наоборот, это все, нахуй. М? Наоборот, вот собрались. Кого? На разборке вот собрались. На разборке? Куда? Здесь были вчера разборки. Черт забирает. Головинский и Заплатье пост. Головина, короче, плоский Головино, там как-то, туда-сюда. А тебе сколько лет сейчас? Мне? 34. 34? Да. Хорошо выглядишь. Ты сидел? Я? Да. За что? За грабеж. Грабеж нормально. Долго? 5 месяцев. Всего.
На экскурсию. У меня суд был. Мне сказали, у меня, ну, что я работаю в колхозе, у меня, ну, директор, наш директор меня открыл, чтобы мне не сажали. У меня суд был все равно. Ну, за грабежку вообще. Я говорю, твое последнее слово. Я говорю, хуй мое последнее слово будет. Да пошел бы. Ну, наш директор. Ну, где я работаю? Здесь я работаю. Типа, его не сажать, он рабочий человек. Его не сажать, не полюбас нельзя. Он, как он сказал, его весь колхоз на мне держится. Весь на мне держится. Нельзя его сажать. Позже туха, да?